Рассказывай. Привет, Зоя. Sons of old, sons of old, sons of old, sons of old. Так, ну что? Ну, с тобой, как всегда, не скучно. Все на ушах, все быстро. Угу. У тебя сроки вчера. По-хорошему, этот мотор, по идее, он должен быть доработан по ГРМу, смазка на цепи. Угу. Он должен быть доработан по системе охлаждения. Так. Забор должен быть не отсюда, а с головы, тогда четвертый цилиндр не перегревается. Короче, тут, если его путем в дом собирать, тут работай на неделю. И денег тридцатка. Угу. Тридцатка плюс. А тебе надо вчера, поэтому я просто собираю тебя аккуратно в стоке. Время пройдет. Вот, ты определишься, нужна тебе эта машина вообще или не нужна. Понравится, не понравится. Потом видно будет, если двигатель тебе зайдет. Угу. Тогда будем дорабатывать. Не зайдет, будем менять. Может, ты Тойоту хоть захочешь поставить, я откуда знаю. А может, ты купить всю Тойоту, блин. Короче, собираем. И едем. И едем. Короче, смотри. Ну. Маслосъемные колпачки. Ну-кась. Так. Выглядит безобидно. Выглядит безобидно. От лица всех мотористов скажу. Всем лицам, которые, вот знаешь, приходят. Мне сказали, надо поменять маслосъемные колпачки. Я купил вот за 200 рублей. Поменяйте мне, пожалуйста, я сейчас подожду. А вы видели, где они стоят? Ух, полегчало. Хорошо, да? Вот здесь они стоят. Где? Вот. А где стоят? А почему нельзя? Почему нельзя поменять? Вот! А если я вечером зайду? Зайди. И выйди. Я буду кружку сжимать, а ты можешь спорить. Давай. Да. А как же одному-то это делать? Пинцетиком? Где пинцетик? Мне нужен пинцет. Я его благополучно в Праге потерял. Так. Ща, отладим. Продолжаем. Ты понимаешь, почему мужчины автомеханики чаще доводят женщину руками до оргазма? Да, тут работа руками очень важна. Там верхний компьютер выключен, да? Просто хотела зайти в контакт. Сейчас посмотрю. А, так нет, спокойно. Нет, сейчас посмотрю. Сейчас вот пластик захворит. На тебе головку себе собираю. Ну, просто... Все в порядке. Твою ж мать. Ты что, материшься, что ли? Нет. Кажись, давай.
Нет. Ладно, я буду мешать. Ну, подержи. Не то. Попробуй. Не, подожди. Ладно, хорошо. Я смогу. Сможешь. Надо спокойнее и бесстрастнее это делать. Так, нет, три есть. Я сейчас теперь не успокоюсь. Осталось 13. Может, таймлапс поставить? Наверное. У тебя руки чище, ставь таймлапс. Вкусно? Да. А что? Очень? Да. Пошли со мной. Куда? С тебя покраска кронштейнов и марафет навесного оборудования. Ну, в смысле? Погнали. Джонни, хочу как в синематографе. Сделай мне монтаж. Ромка чего-то убежал, плачет, матерится. Ничего не поняла. Проклятие рукастых, головастых. Чё ты? Медитируешь? Короче, смотри. Поставил новый комплект. Вроде все хорошо. Угу. Но меня все время смущало, что же стало со старым комплектом. Видишь, из нос вот этот вот. Да. Боковой зуб. Его сожрало, причем на камеру, наверное, хреново видно, но прямо вот аж на угол, на угол, на угол, на угол, на угол, на угол. Угу. Ну, что такое, блин? Потом, если обратить внимание на звездочку натяжную, да, у нее тоже износ, видишь, какой? Из-за этого у меня сложилось впечатление, как бы, что это разные комплекты. ГРМ, собранные в один. Ну, у кого-то что-то бахнуло и поменяли что-то выборочно. А оказалось, цепь у них действительно рвалась. И увидел я это почти случайно. Если бы я это собирал на машине, не снимая мотор, я бы это не увидел. Но из-за того, что мотор снят, я ставлю новый комплект и вижу что-то не то. И когда я посмотрел в этой плоскости, стало все понятно. То есть плоскость двигателя и плоскость натяжителя. Mm-hmm. Они разные. Да. Вот так разошлись. Видишь? Из-за этого звездочка подняла цепь. Цепь начала шоркать по этой плоскости звездочки и по этой плоскости звездочки. И получилась та самая картина, которая была на износе. Именно так их и сожрало. Когда-то у кого-то вот этот болт открутился. Если учесть, что двигатель у тебя в принципе ходил мало, угу, у него пробег реально до 100 тысяч. Вот, то я могу предположить, что это был заводской косяк. У кого-то когда-то открутился этот болт. Но он открутился не сразу, а сначала немножко болтался. Угу. Вот я не знаю, видно, не видно было? Видно, вот эта затертость. Вот да? Эту часть набило, вбило в блок. Угу. А эта часть осталась на прежнем уровне. Из-за этого при затяжке ось, она как бы немножко наклоняется, угу, ее перекашивает. Ее перекашивает, и она поднимает натяжитель.
Понятно. Блин, и это видно только за счет того, что двигатель снят. Все. Ну, это хорошо, что мы это выяснили. Ну, это да. Но сейчас у меня проблема. Это есть чугун. Мне это не наварить. Я могу это только обточить. Поэтому я постараюсь выровнять эту плоскость, заглубиться немножко. Немножко сточить эту плоскость, чтобы болт зашел дальше. У меня есть фреза, и по диаметру она, в принципе, подходит. Осталось придумать, как ее держать абсолютно вертикально. У меня есть старенький рычаг-натяжитель. И так случилось, что фреза идеально просто подходит. Удачи! Ага. Я сейчас беру, сверлю тут отверстие, прикручиваю его сюда, выставляю все. И через него вертикально попробую фрезой это дело отшарашить. Погнали! Ок. Фиксируем. А ты моторист? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Скажем так, я знаю, как должно быть. Но я видал настоящих мотористов, поэтому сказать, что я моторист, я не могу. Да, елки, есть центровка. Ура! Осталось немножко фрезернуть двигатель, как бы. И... как говорится, не навреди. Давай еще чуть-чуть. Эффект есть, но не до конца. Не добил плоскость. Но мы идем в правильном направлении. Вот сейчас точно все. Я волнуюсь. Я тоже. А фиг ли делать? Готово, шеф. УЗИ. УЗИ. Из страны Азии. Не, правда встал. Операция прошла успешно? Да. Осталось подпилить одну деталь, которая не должна быть подпилена. Ну вот и все. Небольшой люфтик. Все? Можете собирать полностью? Ну, вроде прокатило. Тя-дям! Yeah.
life's a little painful. We are all afraid. You could be an angel. Все, Валера, ты попал в кино.